Британский телеведущий Джереми Кларксон предположил, что брак между принцем Гарри и его женой Меган Маркл может обернуться катастрофой и нанесет им еще не один удар. Об этом пишет Daily Star. Несмотря на историю любви Меган и Гарри, они могут столкнуться с трудностями после рождения второго ребенка, отметил Кларксон. Телеведущий раскритиковал Маркл за то, что она не выполняла обязанности члена королевской семьи еще до решения покинуть ее и представляла, что принцессы живут в сказочных замках и проводят весь день, катаясь на золотых единорогах. «Я не буду осуждать ее за это. Людям разрешено увольняться с работы, которая им не нравится. История Гарри и Меган – это эпическая история любви, и я желаю им обоим всего наилучшего. Но я искренне опасаюсь, что у нее не будет счастливого конца», – сказал Кларксон. Телеведущий предположил, что через 5 лет жена принца Гарри будет позировать фотографом одна за пределами Тадж-Махала или сидя на задней части яхты «Плейбоя» в Средиземном море. Ранее, 8 марта, телеканал CBS показал первое интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали телеведущей Опре Уинфри после переезда в США. Королевская чета заявила, что семья высказывала опасения по поводу цвета кожи будущего ребенка принца и бывшей актрисы, а Меган призналась, что думала о самоубийстве из-за травли в прессе. Также стало известно, что они лишились финансовой поддержки королевской семьи в первой половине 2020 года, а принц Чарльз несколько месяцев отказывался разговаривать с сыном.